Главными героями 9 мая остаются ветераны. Люди, видевшие войну своими глазами и принимавшие непосредственное участие в завоевании победы. Поздравления с наступающим праздником ветераны нашего города принимали накануне великой даты 7 мая. В Десногорске их осталось всего четверо. Это Октябрина Кононенко, Александр Четверяков, Василий Куликов и Вера Соловьева. У каждого из них своя судьба и общая победа. Выразить благодарность за их самоотверженность и стойкость в непростые военные годы собрались представители администрации и молодежного совета, участники волонтерского движения и сотрудники Центра культуры и молодежной политики. Персональный праздник устроили во дворе каждого ветерана. Наши ветераны, они достаточно почтенного возраста, поэтому мы решили каждого поздравить именно своим парадом победы. Под руководством председателя Десногорского совета ветеранов Игоря Журавлева строевым шагом под окнами героев войны промаршировали ученики 3-й школы и юнармейцы. Из своих квартир ветераны также слушали выступления фронтовой бригады. Для них была исполнена песня «Катюша», ставшая по-настоящему народной в годы войны. А после парада настало время для личных слов благодарности. Спасибо за то, что вы своим бесстрашием защитили нашу родину и дали нам возможность жить под чистым и мирным небом. Волонтеры муниципального штаба передали фронтовикам открытки и письма победы. В них обращение к ветеранам от детей, слова благодарности от подрастающего поколения. 6-летний Кирилл сделал открытку своими руками и сам же вручил ее герою войны. Александр Алексеевич, мы пришли поздравить вас, Кирилл вот. Королёв. С Днём Победы. С Днём Победы, да, для вас. Изготовили открытку. Спасибо за победу. Специально к 9 мая были изготовлены и сладкие подарки. Акция «Пирог ветерану» возродила историю 1945 года, когда кондитерская фабрика «Большевик» выпустила серию праздничных тортов, адресованных победителям. К встрече гостей герои войны готовятся особо. Снова на их плечах оказывается парадный пиджак с боевыми наградами и орденами. Внимание горожан, соседей, друзей, родственников – пожалуй, главный подарок, который действительно радует ветеранов. Огромная вам благодарность за то, что вы нас не забываете, что всегда посещаете. Дай Бог вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, всегда во всем успеха и всех-всех вам Божьих благословений. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.